Так, ребят, всем доброе утро и приятного просмотра. Ну что, продолжаем дальше исследовать наш мир. Что у нас новенького? Новенького у меня есть броня. Я себе сделал маску. Противогаз. Но только я не так и не понимаю, почему у меня броня не до конца. Почему у меня броня не до конца, и я даже ее ремонтировать здесь не могу. Либо я не нашел такой станок. Да, сейчас забегаю с калашом. В принципе, я создал вот верстак для изготовления патронов, но нужно будет сделать для улучшения калаша верстак. Но мне не хватает, по-моему, химикатов. И что еще? Что еще? Так, участники команды. Ага, только один из пяти полученные инструменты. Угу. Проведенное расследование. Хорошо. Что нам не хватает? Нам не хватает с вами кроватей. Что у нас по поводу кровати? Давайте спустимся, посмотрим. Чего не хватает? Мало ли, может, из-за того, что у нас кровати нету. Кажется, с нами люди не хотят. Так, не туда. Ага. Тоже химикаты. Химикаты. И на станок мне нужны химикаты. Ладно, ладно, ладно. Пока мисс так. На там посмотрим. Ну что? Идемте дальше. Куда пойти? Куда бы его пойти? Так, остался один день. Остался один день. Да, давайте, наверное, сюда сходим. Либо в центр Припяти. Давайте сюда. Так, ты пока, Миша, что у тебя 51%? Почему ты не отдыхаешь? Почему ты, как говорится... Так, стой. Давай остаться на базе. Оп. Да, а мне... А мне, а мне, а мне... А мне сюда. Давай, пошли. Или это 51% шанс на выполнение? Так я и не понял. Наверное, шанс на выполнение, да? Кто в курсе, может меня исправить. Так, сейчас у нас лагающая заставка. Залагающая прогрузка пройдет. Опять же, ничего с этим сделать не смогу. Повлиять вообще никак. Так что, соре. Все, хорошо. Ну, здорово, бродяга. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Выброска лекарств, хорошо. Выброска лекарств, мы пойдем. Ты кто? Бродяга? Неизвестно, неизвестно. И да, у нас с вами еще пока нету взрывчатки. Пока еще нету с вами взрывчатки. Привет, привет! Привет. Хочешь поторговать? Не могу не спросить. Мы же в самой жопе мира. Почему ты вообще? Да, 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 да. Почему ты этим занимаешься? Мы. Иногда этому меня. Ты знаком. Ну. Пропустим, пропустим, пропустим. Это мы уже слышали. Обменять пайки на снаряжение, обменять снаряжение на пайки. А ну давай посмотрим. Атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. Давай посмотрим, что у тебя есть. Так, это я могу делать противогазы, получить пластину. Пластину я тоже могу это все получить. Думаю, я пока наторговался. Так. Удачи с твоей империей, Атлант. Пластины мы с вами делаем. Спасибо, но удача мне ни к чему. И да, если вам, к примеру, ваш броник повредили, просто подходите к станку, который делает пластины, изготавливаете, и по количеству ваших, знаете, каких ячеек, к примеру, у меня здесь 6 штучек. Нужно будет там сделать 6 пластин. Они автоматически будут чинить ваш броник. Так, идемте смотреть по поводу лекарства. Что там? Но это нам не по заданию. Это мы не выполняем квест. Как в прошлой серии мы нашли с вами доктора и лускнули предателя. Шпионом.
Так, давайте, наверное, сразу возьмем калаш. Патрошков у нас с вами уже много. Можем использовать. И не бояться, что нам не хватит. Думаю, если будут солдаты, мы сейчас их сразу перебьем. По-моему, вот солдаты есть, да? Не будем сюскаться и сразу перебьем. Так, раз, два. Угу. Ты тоже, да, сюда идешь? Так, идемте обойдем. Идемте обойдем. Ага, и вон еще впереди один. Согласен. Так, ты сюда до упора, да, будешь идти, я так понимаю? Да, до упора. Умничка. Так, бонжур. Говорится, бонжур. Все, дай мне потрошки. Дай мне потрошки. Давай мне сразу... Что у тебя тут есть интересного? Угу, а ничего. Так, ты идешь сюда. Сейчас он, ребят, пойдет обратно, и мы заберем с вами лекарства. Я понимаю, что это условности игры, то, что у нас не видно, то, что у нас не слышно. Но я думаю, нас бы уже давно заметили. Ну, а перепрыгнуть не хочешь? И нет такого желания. Все, задание вы выполнили. Давай смотреть, что у нас дальше есть. А дальше у нас ничего. Дальше у нас только... Только непонятно, что там лежит. Схроны. Предлагаю быстро сбегать. И если получится, то... Лускнуть пару этих, как его... Пару мутантов. Мы же правильно бегим? Да, вот сюда. Может, даже получится забаранить пару этих, как его, монстров. Так, мне интересно, когда закончится наш этот черноболит? Можно ли его перезаряжать? Я бы, конечно, эрочку сейчас бы прожал, бы проверил, но не хочется просто лишний раз тратить. Вот так, экипировать. Угу. Тут много-много радиации, мы сюда и не пойдем. Нам с вами нужны эти, как его, механические детали и что-то еще. Чтобы создать кровать и создать этот, как его, стол для улучшения нашего калаша. Так, тут пусто. Понял. Так, сейчас, ребята, одну секундочку. Так, все, поехали. Поехали дальше. Наверное, попробуем пройти сегодня... По многим заданиям, если получится. Так, что тут есть? Кто тут что-то есть? Мы же сюда пришли? Да, сюда. Тоже военные сидят, ждут нас или нет? А нет, привет. Так, у нас с вами очередная белка, да? Понял. Ладно.
Идемте еще посмотрим, что у нас там находится. И отправляемся домой на следующее задание. Во, все. Побежали. Ну все, устал, да? Значит, как ты вот так гусиным шагом проходишь 12 тысяч километров, ты не устаешь? А то, что ты 50 метров пробежал, ты прям устал. Понял. Понял, бывает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Прекращай. Так, радиация, прекращай. А как мне к тебе пробраться? Чтоб меня радиация не забаранила тут. Угу, чуть не пропустил, да? Чуть не пропустил. Так, закрыто, хорошо. Давайте смотреть. Ага, мы не туда уходим. Мы не туда уходим, нам сюда нужно. Ну, тут радиация разрывается. Тут радиация разрывается. Так, бонжур. Ага, монстр, да? Экипировать. Вон впереди монстр вроде бы. Да, давай, иди-ка ты сюда. Давай, неси. Подходи. Все, умничка. Умничка, парниша. Почему ты так долго? Я вижу твои мысли. Почему ты так долго? Найди меня. Нам суждено быть вместе. Покажу тебе новый мир. Мир, который ты никогда не видел. Все умерли. Думаешь? Заперты в кристаллах Чернобылита. Раздавлены, задушены. Слышь, Шерлока, как ты догадался? Все, мы можем отсюда уходить. Да, подошли нового уровня. Ура, ура, ура. У нас с вами даже есть очки навыков. Надо будет потом потратить. Так, это бродяга. Но бродяга нам не нужен. Идемте сходим теперь вот сюда. Посмотрим, что-то у нас там осталось. Так, только дай-ка мне мой калашек, наверное. Говорится, дай-ка ты мне мой калашек. А что, я не могу? Алло? Что за бред? Почему я не могу взять калаш в руки? О, могу. Все. С ним мне будет немножко поспокойней. Да, думал по-быстрому пройтись, а по-быстрому походу не получится. Я так понимаю, это параллельные квесты, такие мини-квесты, которые нам нужно выполнять, чтобы начать очередное расследование. Блин, не знаю, разработчики могли бы, наверное, сделать бы как. Отдельно задание мы выполняем квесты с вами, отдельно, к примеру, мы лутаемся, а отдельно уже основная миссия, чтобы шла. Так, все, пришли. Не, это паёк. Это не то, что нам надо. Угу, тут взрывчатка, но взрывчатки у нас нету.
Пока мест нам не до взрывчатки с вами. Так, погоди. Погоди, ты что хочешь сказать, что я не туда пошел? Вроде бы все правильно. Так, что ты от меня хочешь? Ага, это находится внутри. Хорошо. Хорошо. Ё-моё, здорово. Как оно? Ага, это ловушка. Это ловушка. Понял. Все? Мы закончили. Так, не то. Где наша мини-карта? Да, здесь мы все полностью выполнили. У бродяги нам ничего не надо, так как у нас дома и так всего хватает. Так, полетели домой? Полетели домой. Давайте идти в следующую. Но, по-моему, сразу в следующую не получится. Нужно будет поспать. По-моему, нужно будет с вами поспать нам. Не в смысле нам с вами, а нашему персонажу. Да, привет. Как ты? Нормально? Все, давай покушаем по паёчку одному. И да, нужно будет отдохнуть. Давайте тогда быстро сейчас положим все в шкафчик. Положим все в шкафчик лишнее, то, что нам не нужно. Так, это потрошки. Ага, это отсюда. Это сюда. Сейчас как раз заодно глянем, хватит ли нам с вами на верстачок. Ну, либо на кроватку. Так, патроны для револьвера. Маска от радиации. От радиации пусть будет. Еда есть. Ага, это сюда. Так, и аптешку. Ого, сколько у нас с вами аптешек. Так, давайте посмотрим, сможем ли мы построить сейчас или не сможем. Сможем или не сможем. Так, давай смотреть кровать. Не, нам все равно не хватает. Обычная тоже. Тогда давай посмотрим... Сможем ли мы построить с вами для винтовки? Для револьвера, дробовика, винтовка. Ага, не хватает. Буквально еще химикатов не хватает. Ладно, идемте отдыхать и пошлите... Привет. И пошлите в следующую. У вас достаточно подсказок на доске, чтобы запустить симуляцию прошедшего события. Ага. Ага. А нету. Симуляция у нас была, там, где мы узнали, что на Танюху спецслужбы надавили. Надавили спецслужбу, да. И к ней еще какой-то черт приставал. Так, паутина лжи. Давайте посмотрим. Да, поехали. Спасибо, игра, за подсказку. То, что у нас есть возможность это сделать. Я бы, наверное, не додумался бы использовать. Так, ну что, пошли. Да, товарищ, мы думаем, что объект может пролить свет на все загадки. Да, нулевой пациент. Она была беременна, всего пара недель. Да, мы тоже этого не ожидали. Нет, она не говорит, кто отец. Если верить данным наших друзей из КГБ, есть два кандидата. К сожалению, один из них уже мертв. Ага, Танюха беременная была, да? Либо от нас, либо от того... Либо от того челика. Хорошо. Идемте дальше.
Все, тупик. Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Нас это тоже интересует. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня была беременна от меня? И это она была нулевым пациентом? Они с самого начала использовали ее для своих экспериментов. Так, вниз мы можем спуститься? Нет, вниз мы не можем спуститься. Ага, значит, Анюха была беременная. Ладно, идемте дальше. Мой птенчик, мой милый малыш. Скоро ты увидишь голубое небо, луга, услышишь звуки океана. Ощутишь запах сосен, почувствуешь тепло солнца на своем лице. Ты особенный мальчик. Тебя ждет светлое будущее. Я очень хочу, чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив. Слышь, а это не сын Танюхи в начале, который застрелил Антона? А? Это не будет в конце, как в «Звездных войнах»? Люк. I'm your father. Не? Так, хорошо. Давайте смотреть, что нас ждет дальше. Не бойся. Я всегда буду рядом с тобой. В твоем сердце. В твоих воспоминаниях. Найди меня там. Пора. Нужно торопиться. Я люблю тебя, малыш. Мамочка тебя очень любит. Прощай. Таня была здесь пленницей. И ее ребенок. Кто-то забрал его. Угу. Интересно, интересно. Так, идемте дальше. Идемте в следующую. Да, это прискорбно. Мои люди этим занимаются. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. По-любому, по-любому это наш сын. Стопудово. Так, куда тут идти дальше? Наверх, да? К тому же он не мог сбежать сам. Кто-то ему помог. То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так. Значит, шпион, агент ЦРУ. Рептилоиды. Боевые комары, ребят, все. Обоссанные лифты и вам подъезды. Вам в КГБ везде шпионы мерещатся. Видимо, поэтому у вас арестов столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт. Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ. Это кто-то ближе. Ничего, я выясню, кто. Генерал, я хочу извиниться за свой тон. Я правда благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия. Даже важнее космических войн. Ага, у людей крыша вообще поехала, я смотрю. Ладно. Надеюсь, мы правильно идем, да? Где эти сумасшедшие?
Алло, Мэдди. Ой, на кону начинается. Стоит, можно сказать, будущее нашей родины. Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Угу. Подготовились, проверяй. Так, кудой? По-моему, вот сюда, да? Значит, Таня родила мальчика, и он сбежал. Это мой сын. Неужели? Боже, не может быть. Я не могу. Соберись, Игорь. Похоже, КГБ хотел активизировать опыты с Чернобылитом. Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу. Очевидно, у них ничего не вышло. Ты тормоз, Игорь. Я тебе буквально 5 минут назад это говорил, что это твой сын. Да? Тебе придется завалить своего сына. Как бы двусмысленно это ни звучало. Так, убежище утро. Хорошо, давайте посмотрим, можем мы с вами посмотреть еще куно или нет. Не, у нас мало с вами, да? Факты, факты, факты. Да, у нас нету пока месси. Ну, интересно, интересно. Так, что там по поводу времени? Сколько мы? 20 минут? Да, я думаю... Сможем еще с вами сходить на одно задание. Так, здорово, как оно? Поговорить. Поехали. Поговорить хочешь? Показать снаряжение, уйти. Давай, покажи снаряжение. Вот я дал ему оружие и броню, только металлическую, а себе оставил керамику. Ну, мы же босс, правильно? Послушайте. Пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и... вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Я уверен, у нас получится. Мы обязаны это сделать. Это единственный способ найти Татьяну и покончить с НАР. А что насчет этого урода в черной маске? Удалось выяснить, кто он? Нет, но какая разница? Если наши пути пересекутся, прикончим его. Вот и все. Никто из нас раньше не участвовал в таких серьезных операциях. Если хотите выйти из игры, сейчас самое время. Игорь, я всегда готов тебя прикрыть, но это безумие. Такая операция требует подготовки посерьезнее. Не могу поддержать план, в котором не до конца уверен. Помогать или нет, выбор каждого. Я не могу никого заставить. Кто мы? Кто мы? Я здесь один. Сам по себе. Ага. Неужели мой план настолько безнадежен? Наверное. Так, подтвердить выбор. Повременить. Так, ребят, наверное, я все-таки повременю слегка. Слегка повременю. Я случайно нажал, и я не хотел. Что мы еще не готовы? Не, мы еще явно не готовы. Нужно больше времени. Говорится, кто мы? Я тут один. Так, давайте смотреть, что у нас есть с вами. Охота на чудовище. Новая напасть. Ага, существо еще. Да, идемте. Идемте, идемте, идемте. Начать миссию. Не знаю, может с собой взять Оливера? Как вы думаете?
Ага, не можем, да, вдвоем с тобой пойти. Ну и ладно. Пошлите тогда одни туда. Ой, хорошо, что можно миссию было скипнуть. Прикинь, я сейчас бы со своим калашом бы, со 120 патронами, пошел бы крошить бы. Так, давайте смотреть, что нас тут ждет с вами. Вот оно, чудовище, да, чудовище мы с вами найдем. Здесь у нас непонятно. Идемте посмотрим, что там у нас непонятного. Что у нас с вами есть? И надо будет дома наделать, не забыть потрошков. Надо не забыть сделать потрошков. Хотя не знаю, ребят, может попробовать все-таки выполнить миссию. У нас дома есть дробовик, револьвер. 200 тысяч патронов, 200 тысяч аптечек. Можешь попробовать в одиночку выполнить миссию или нет? Потому что, если честно, я даже без понятия, как мне нужно нанимать людей, где мне их искать. Так, давайте, наверное, выполним сначала знак вопроса. Посмотрим, что там есть. А потом уже пойдем по сюжетке. Ну все, 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 тихонько. Угу. Ни грибочков нету, ни химикатов, да? Ничего. Хорошо. Так, давай-ка, наверное, мне сюда ствол. 119 потрошков. Ну, на монстра нам должно хватить, по идее. Привет. Ты тут один? Нет, ты тут не один. Или это белка? Алло, ты живой? На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти. Внимание, внимание! Городской совет народных депутатов. Так, 5 очков мы достигли. Хорошо, но мы потом прокачаем своего персонажа. Потом прокачаем. Но я думаю, не сейчас. Так, идемте смотреть, что там за монстр нас ждет. И надеюсь, как говорится, 3 рожка нам хватит на него. Вот я не знаю, мне на последнюю миссию либо крафтить 1 000 000 патронов на калаш, либо это, как его, брать с собой дробовик тоже. Так, кто тут? Кто тут такой страшный? Что за злюка-бука? Ну, покажись. Давай, давай, братиш, не стесняйся. Ё. А, это не полоска ХП, понял. Или это полоска ХП? Вот это единственное, я не знаю, у нас с вами есть, по-моему, один адреналин, да. Один удар мы от него выдержим. Надо будет потом как-то наделать. Ах ты, клятый крыса. Да, зажим у меня как в PUBG прям. У-у-у, хорошо. Крыса, Арчи, что по зажиму? По зажиму, что в PUBG. Так, я предлагаю сразу вставать на тапок и говорить... Так, что я сделал? Ага, понял. Крица и говорит до здания этому месту. Все, до здания, ребят. Пошлите домой. Пошлите, пошлите домой. Отправляемся.
Сейчас починим как раз нашу броню. Покажу как. Так, о, здорово. Как ты? Нормально? Кушать будешь? Так, принять. Вы уверены, что хотите завершить раздачу пайков? Ну да. Все, шикарно. Идемте смотреть, идемте смотреть. Где наш? Где наш, где наш, где наш? А, вот оно. Не, не то. О, да, две пластинки надо будет. Раз. И два. Все. Хорошо, можем использовать аптечку. Можем. Да, это сказалось у нас на психике, но ничего страшного. Сейчас мы это дело исправим. Где наша... Так. Мазь от радиации успокоительная. Давай сюда. Давай успокоительная примем. Все, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. А что тут по поводу грибочков? Есть что? Не, пока нету ничего. Так, угу. А мы с собой ничего и не принесли, правильно? Правильно. А патрушков у нас с вами мало. И отмычек мало, 3 штуки. Сможем ли мы сделать с вами сейчас патроны? Да, сможем. Давайте, наверное, наделаем. Так, 10, 20. Все. Кажется, это все. Всего 74 патрошка. Не густо, не густо, так скажем. Так, погоди, о чем у меня твой броник как находится? Дела, Данте? Как ты меня назвал? Да я книжку вспомнил. Божественная комедия называется. И у меня внезапно щелкнуло, что ты очень похож на ее главного героя Данте. Да? Ну, он за любимой в ад отправился и все такое. Оливер, я впечатлен. Не знал, что ты так начитан. Я изучал классическую литературу в Королевском военном колледже Канады. А мой отец очень любил Шекспира. Пощады нет, и спустит псов войны. Да уж, сейчас такое никто не читает. Я знал, что ты не просто наемник, Оливер. Да, у меня есть масса сюрпризов, как и у тебя. Так, а покажи мне свое снаряжение. Поменяемся, Оливер. Я что, забрал у тебя броник? А нет, не забрал. А, это у нас еще лишний броник есть. Понял, все. Тогда идем сюда. А места у нас с вами и нету. Блин, может пока с револьвером походить? Хотя вот с такими монстрами стрёмно, однако. Давайте, наверное, возьмем с собой... Дробовик. Возьмем с собой дробовик. И возьмем патрошки на него. Не пропадать же добру, правильно? А броник пока спрячем. Во. Все, отлично. Так, что нам еще нужно? Успокоительная и лечебная мазь. Против радиации у нас есть. Давайте успокоительная. И давайте лечебную мазь. Все, потратились полностью на закупку. Ну что, пошлите отдыхать. Так, новенького у нас ничего не появилось, не? Не, не появилось. Хорошо, все, спокойной ночи. Да, хочу. Просто если мы с вами не поспим, то мы не сможем же продолжить. Так, день 16. Не знаю, наверное, другие уже, кто проходил эту игру, уже на 10 день закончили ее, но... Нас пока есть как-то так. Здорово, Оливер. Как ты? Поехали. Поехали. Все. Поехали, поехали, поехали. Давайте смотреть. Поставка оружия и боеприпасов.
боеприпасов в центр. Давайте поставку оружия боеприпасов. Давайте, наверное, отправим сюда Оливера. Я думаю, Оливер справится, да? Братиш, ты справишься. А мы сходим сюда, в центр Припяти. И... поехали. Давай. Думаю, как раз ролик где-то в часик у нас и получится. Кстати, хочу попробовать испробовать, как говорится, дробовик в действии на монстрах. Насколько хорошо сильно он справляется с ними. Но все, не лагай давай. Прекращай. Спасибо. Давайте смотреть, что нас тут ждет. Ага, очередная взрывчатка. А здесь у нас поставка оружия. Да, за оружием мы сходим. Здесь у нас бродяга. Бродяга нам не интересен. А вот тут бы я посмотрел бы. Блин, не, реально красиво. Я понимаю, что у меня картинка не очень. Все из-за моего Моника. Не передает он всю эту красоту. Да плюс ОБС-ка съедает немножко качество, но все равно ляпута. Так. Мама, я хочу в парк, на аттракционы. Хочу на автодром. Обязательно, малыш. Как только он откроется. Не боись, малой. 1 мая пойдем. Сразу после парада. Мы с мамой читали про него в газете. Я хочу на парад-трупер и на машинке. Папа, можно будет порулить? Пожалуйста. Я тоже туда хочу. Будем с тобой врезаться. Врум-врум, блыш! На следующей неделе, мальчики. Обещаю. Черт. Я и забыл совсем, что у меня смена на электростанции. Может, договорюсь с Федором? Он меня подменит. Врум-врум. Кажется, кто понял, врум-врум. Тот умничка. Так, а дай-ка мне, пожалуйста, дробовик. Дай-ка мне дробовик, потому что я слышу какие-то звуки. Не знаю, будем ли мы лечить психику, пока я думаю, нет. Мало ли на нас сейчас опять кто-то нападет. Идемте смотреть, что у нас там за поставка оружия. Такая. Ага, мы же туда идем? Нет, не туда, нам нужно... Во-сю-сю. Так, не знаю, пройдем ли мы сюда. А есть тут кто-то или нету? Угу. Упустил. Ладно, походим с сенсором. Мало ли мы что-то упускаем. Так, тихо, нас кто-то палит. Интересно, это... вояки? Да, а это вояки обычные. Сколько у вас там? 3 штуки. Ну что, время испробовать дробовик в действии. 28 патрушков у нас с вами есть. Мы воюем за деньги, а не умираем. Ладно.
Я тогда запишу, что не обнаружил никаких следов активности неприятеля. Ай, молодца! Очень черный. Так, давай, ребятки, расходитесь. Так, хорошо, хорошо. Пошлите. Вот я думаю, стоит ли их валить или нет. Или просто оставить в покое. Ну, с них потрошки выпадают. Ну, хотя, с другой стороны, мы и так можем скрафтить с собой потрошки с вами. Ладно, ладно. Пусть живут. Так, а кто это топает? Или все-таки забаранить одного? Надеюсь, попадутся бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить. А вот собачку не трожь, падла. Все. Спокойной ночки. Отдыхай. Собачку ты гляди он. Пристрелить хочет. Так, давайте смотреть. Нам кудой. Да, нам через этих нужно идти. Так, бонжур. Надеюсь, ты через меня идешь. Не, ты просто стоишь. Ну и ладно, ну и ладно. Вас мы трогать не будем. Ну? Не, не хочешь? Он не хочет залазить. Ну и ладно, побежали дальше. Побежали дальше. Так, вот вижу типулю. Хорошо. Чем так воняет? Как будто насрал кто-то, честное слово. Действительно. Так, давай, парниша, иди-ка ты сюда. Давай, опа, красавчик. Сейчас мы его тоже уложим в спадки. Сейчас мы этого тоже в спадки уложим. И пойдем дальше. Все, все, все. Отдыхай, отдыхай. Отлично. Так, я что-то видел тут какую-то коробочку. С вашего позволения и разрешения я заберу и пойдем дальше. Ага, еще прячьте, да? Аля, думали спрятать от меня. Погоди, я слышу еще звук, как будто меня кто-то видит. А-а-а! Да, да, да. Не-не-не. Не, пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Что, уснул на посту? Эй, твою мать! На помощь! Все. Вот оно тебе надо было сюда идти, скажи, пожалуйста. Вот реально, оно тебе надо было. Тем более, эта потрошка, эта дробь предназначалась для монстров, а не для тебя. Ну, ребят, сори. Я не виноват. Сам пришел. Как там было в фильме? Не виновата я. Он сам пришел. Так, что тут интересного есть еще? Угу, планшеты, ноутбуки забрать мы не можем. Хорошо. Так, мы опять светимся, да? Да.
Даже не заканчивается. Ага, заканчивается. Все, ладно, уходим, уходим. Пока месту сейчас еще человек 200 не прибежало. Сюда же ж пройдем. Да, сюда и пройдем. Нам сюда как раз и надо. Не, ну лузга это он, конечно, хорошо, этот дробовик. Особенно, думаю, если его прокачать. Вообще будет шикарно. Так, сохранение пошло. Ага, вот оно что, Михалыч. Вот оно, вот оно. Так, может сразу всех забаранить и все, и не париться. Или тут никого и так нету? Давайте смотреть. Так. Ну все, мы все выполнили. Бродяга нам не нужен, тут мы все выполнили. Мы умнички. Предлагаю отправляться домой. Все, шикарно. С вами, как говорится, немножко пофармили. Только выполнение миссии мы так с вами и не начали делать. Блин. Это печально. Так, здорово. О, аптечку принес и успокоительное мне. Все, заслужил хлебушек, заслужил. Умничка. Кушай. Так, состояние психики. Давайте посмотрим, что это такое успокоительное. Вот, давай используем. Нам как раз пригодится. Спасибо, Оливер. Спасибо, Оливер, ты красавчик. Так, что у нас тут? Нет, погоди. Погоди. Вот сюда. Так, хлебушек сюда. Грибочки сюда. Кто это? Револьвер. Угу. Давай сюда. Блин, у нас этих бочек просто завались. Самое главное, нам нужны грибы. Самое главное. Так, металлическая пластина нам тоже не нужна. Мы используем керамику. Во. Так, все. Вроде все выложили. Отмычки у нас с вами есть, мы еще не тратили. Ага, и мы сможем с вами построить сейчас... Или не сможем? Или не сможем... Для револьвера сможем. Для дробовика. Ага, даже для дробовика сможем. И для винтовки. Блин, может дробовик немножко прокачаем? Попробуем. Что у нас? Минус 64, минус 48. Угу. Ну, потом удалим. Да, давайте, наверное. Или тут. Не знаю. Давайте тут поставим. Все равно потом удалим. И прокачаем немножко наш дробовик. Так, что мы можем... с вами сделать. Давайте смотреть. Прицел. Ну, прицел мне, в принципе, нравится. Так, ага. Грибочки. Что нам дают? Стабильность, дальность. Ага, понял. Это. Угу, механические детали. Урон, дальность. Так, дальность. Нам урон нужен. О, давайте сюда. Все, сделали ж. Теперь у нас 7 урона. Окей. Так, сниженная дальность, Все, на дальность нам нужна. Размер магазина плюс 2. Снижение отдачи. Да нам, в принципе, на эту отдачу все равно, правильно? Зато мы сможем теперь... с вами... Так, дай сюда, дай посмотреть. Ну, в принципе, да, в принципе, нормально.
Не знаю, буду ли разрушать эту штуку. Да, давайте, она нам не нужна. Она нам не нужна. Давайте посмотрим, чего нам будет не хватать для винтовки. Для винтовки нам всего лишь химикатов не хватает. Окей. Так, ребят, предлагаю на этом серию, в принципе, и закончить. Пойти ложиться отдыхать. А в следующей уже продолжим потихонечку изучать наш мир. Так что все. Всем пока-пока. И до потом.